От имени жителей Казани очередной гуманитарный поезд мы отправляем в Лисичанск. Он отличается тем, что наряду с продуктами питания наша компания «ВД-канал» направила 40 тонн труб для восстановления городского хозяйства. Также поучаствовала жилищно-инвестиционная компания, наш депутат Государственного совета и наши спортшколы, спортивное оборудование, спортивные мячи. Радует, что крен смещается на восстановление городского хозяйства. То есть жизнь налаживается, поскольку мы в диалоге с нашими коллегами и больше просят уже не продукты питания, не медикаменты, а именно строительные материалы. Сегодняшние 5 фур – это почти 100 тонн груза, а всего с начала нашей гуманитарной помощи казанцы собрали и отправили уже более 1000 тонн гуманитарной помощи Лисичанску, а теперь уже и Радужному.